ребят, всем привет. Вот и начинается наша поездка в Милан, в Италию с Лешей. Я уже кончил. После часа паспортного контроля мы наконец-то прошли регистрацию. Мы сейчас сели в автобус. Где-то будем минут 40, час ехать до центра. Центра чего? Короче, вокзал. Центрального вокзала. Сейчас мы находимся в Бергамо. Как Палермо, только Бергамо. Это как ризотто. Только Бергамо. Пока поездка очень тяжелая. Вплоть до того, что победа, это просто победа. Самые ужасные авиакомпании, которые я лично летал. Я не знаю, может, есть хуже, но это прям капец. Но зато самолет полностью новый. Автобус с Бергамо в Милан стоит 7 евро. Вот такие билетики. На 2.14. В каждый автобус стоит вот такой чувак, который зазывает людей, туристов, зайти именно в их автобус. Как у нас, по сути, на маршрутке. То же самое примерно. Как я давно не видел такого красивого. Аж 3-4 дня. В Сибири, когда мы были, там был тоже такой красивый закат, но там было минус 40, поэтому было на закат пофигу абсолютно. А здесь очень красиво и тепло, очень тепло. И очень приятная погода, как в самых романтических фильмах, которые вы можете представить себе. Вот так вот. И самый романтичный Леша. Все, вот теперь точно приехали. Посмотрите, какая красота. И Леша. Это вокзал, походу. Что мы ищем, Леша? Мы ищем яблоко. Apple ищем. Стив Джобс. Наконец-то мы в блоге Димы на 3 просмотра больше. Озон Шалял. Это самый главный хейтер моих блогов. Я смотрю твои блоги. На самом деле не ты. Я открываю YouTube, и у меня написано Дима Ким премьера. Немножко расизма во влог. Во Франции, к примеру, когда гуляешь, там одни черные чуваки. А здесь, к примеру, можно хотя бы увидеть, как выглядят настоящие итальянцы. Их типаж лица или что-то в этом роде. В Париже французов я, честно говоря, так и не нашел. Это лухари. У нас здесь ключ от большой двери. Саша у нас за паспорту. Ой, какая маленькая дверь. Прикольно. Нашли местный Ашан. Метро. Виола. Да? Боже, метро как в Париже. Такое же уродское и ужасное. На самом деле итальянцы такие стильные, все, ну, у них здесь фетиш, получается, на очках, они все одевают очки, не для того, что у них какое-то плохое зрение или что-то, они одевают очки как стиль, они все причесанные, все приличные, все такие, все аккуратненькие, что девочки, что мужики, что иногда кажется, что мужики намного больше ухожены, чем девушки. Ничего себе, а что это за собор? Дуомо. Дуомо? Очуметь. Вот это собор, я понимаю, огромный. Очень красивый. Я просто вышел и офигел от того, как собор Дуомо похож на Нотр-Дам де Пари. Леш, только так нежно меня не обнимай. Наш дорогой Витя нашел очень крутое место, которое мы сейчас будем трапезничать все вместе. Называется оно «Помет». Нам при встрече дали сразу шампанского и какой-то кусок пиццы. Причем всем. Очень прикольно. Вообще лучший официант. Что это за оливки такие вообще? Оливки. Чё, Лё, как тебе? Заведение оказалось просто бомбическим. Алексей Кавун.
Ну, в общем, в любом случае, заведение офигительное. Да, хорошо. Туда можно ходить, если вы будете в Италии. Обязательно зайдите, как еще раз, помет? Помет называется. Зайдите в помет. Очень хорошее заведение. Витя его нашел в... Где ты его нашел? TripAdvisor нашел. Три бесплатных шота, бесплатное шампанское на входе, бесплатный кусок пиццы. Да, все бесплатно, но в итоге вы оставите евро 100. Не-не, мы по 20 оставили. У нас пошло какое-то трэш событие. А что мы начинаем делать? Мы начинаем танцевать под телефон возле Versace, Prada, Louis Vuitton и Витек.